После 2 лет простоя в селе Лиман под Старобельском открылся загородный детский лагерь «Оздоровление отдыха Джура». В нем в течение 2 смен отдохнет около 500 детей. Ранее лагерь носил имя «Дзержинец». В этом году он получил новое имя – «Джура». Первая партия отдыхающих – дети-участники боевых действий, вынужденных переселенцев, работников силовых структур. На торжественную линейку, посвященную Дню Конституции и открытию первой лагерной смены лета 2016, сезон перезагрузки, шагом марш! На открытии лагеря присутствовал руководитель военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. Он поздравил детей с Днем Конституции и началом лагерного сезона, пожелал хорошего отдыха и вручил детям подарки. Два праздника. Первый все-таки это государство у нас, это День Конституции. С чем я поздравляю вас, потому что есть страна, есть паспорт страны, это Конституция, есть вы. Те, которые в ближайшие 50, 150, 300, 400 лет будете строить нашу страну. Я хочу пожелать вам здоровья, пожелать любви. 9-й отряд, 8-й отряд, командиры отрядов. В распоряжении детей 6 спальных корпусов, столовая с кондиционером, пляж, эстрада, спортивная площадка. Мне тут нравятся вожатые, это во-первых, они проводят очень веселые конкурсы, мероприятия. Во-вторых, тут очень хорошее питание 5-разовое, вкусное и полезное. Ну а в-третьих, можно сказать, тут большое количество детей. Тут очень красиво, уютно, комфортно. Мне здесь очень нравится. Первая смена заканчивается 15 июля. С 23 июля лагерь откроет свои двери 220 ребятам. Валентин Цычев, Илья Трофимов, Подиев.